Для того, чтобы начать играть в Lineage 2, необходимо создать персонажа. Для начала введите имя персонажа, затем выберите расу и класс. Вы можете выбрать пол персонажа и настроить его внешность. Если вы сделали свой выбор, нажмите кнопку «Создать персонажа» в нижней правой части экрана. Добро пожаловать в Lineage 2. Вы находитесь в школе магов Эйнховенд. Наша школа по праву гордится своими выпускниками, великими магами. Вы находитесь в самом начале своего пути. Я помогу вам изучить основы игры. Если вы хотите пройти курс обучения, нажмите на соответствующую кнопку в нижней части экрана. Если вы хотите атаковать гремлина, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Вы заметите, что курсор принял форму меча. При нажатии клавиши F2 вы атакуете его заклинанием «Удар ветра».